Наталья Грудинина. Еще в беду меня не бросила ничья холодная рука, а уж из красной рамы осени ко мне шагнули облака. Они всю комнату завьюжили, предупреждая и грозя, что скоро старость безоружная ко мне напросится в друзья и скажет: «Стань моей голубою, не простужай моих костей, не приноси из мира грубого неутешительных вестей. Уже лицо твое муарово и привкус иния в стихах. Давай займемся мемуарами об извинительных грехах, о том, что где-нибудь обидели кого-то по ничьей вине, о том, что видели, не видели, безгласно стоя в стороне. Еще припомним умилительно заслуги больше в сто крат, растили гласно и рачительно не просто дерево, а сад. Короче, жизнь недаром прожита и будет в срок награждена. Скажи мне, старость, кем ты прошена и кем к столу приглашена? Еще не столь вегетарианственно здесь все, на вкус ленивый твой, еще бушует ветер странствия над сумасбродной головой, еще худая мебель выстоит. Чем старомодней, тем прямей здесь все кричит. От книг залистанных до грешной памяти моей не смей вязаться мне в союзники. Имей горбатое в виду, пока еще деревья узники в моем ухоженном саду. Еще бредут неотомщенные седые призраки в стихи, еще не знаю, где прощенные, а где зудящие грехи. Я буду жить, пока не вызнаю, кто завладеет вслед за мной моей мучительной отчизною с ее великой судьбой. И только в день и в час доверия с былым и будущим в ладу переломлюсь отжившим деревом в неогороженном саду.